Всем привет! Сегодня мы будем делать зимние акварельные открытки. Нам понадобится акварель, кисточки, альбомный лист, ножницы и карандаши. Альбомный лист разрезаем пополам, это будет у нас две открытки, и приклеиваем малярным скотчем, чтобы получилась рамочка. Далее я взяла картонку, чтобы сделать трафарет. Примеряем и рисуем. На первой картинке у меня будет снеговичок, а на второй открытке снежинка. Вырезаем наши заготовки аккуратненько и откладываем. Они нам понадобятся чуть-чуть попозже. А пока берем акварель и начинаем рисовать фон в зимней тематике. Цвета выбираем холодные, можно голубые, синие, фиолетовые, и делаем плавные переходы. После того, как фон полностью высохнет, берем наши трафареты, заранее заготовленные, накладываем их по центру и берем жесткую кисть, можно взять также зубную щетку, и делаем набрызгивание вокруг трафаретов. Получится отпечаток нашей картинки. Можно сделать набрызгивание более темной краски, например, темно-синей. Ждем, когда акварель подсохнет, и убираем наши трафареты, чтобы не размазать. Далее берем тонкую кисточку и подчеркиваем наши рисунки белой гуашью. Можно написать, например, поздравление. Я напишу на открытке слово «зима». Дожидаемся, когда краска полностью высохнет, и убираем наш малярный скотч. Получается аккуратненькая белая рамочка.